musician I pull up, and that's what it makes me feel, yeah. Передачу радио «Путешествия по Тайваню», и мы продолжаем серию передач «Культурные туры по Тайваню». Проводятся разнообразные церемонии и форумы. Квадратный по форме, зал окружен одноименным парком. Храм Баоань, храм Конфуция, а также музей современного искусства расположены в районе Саатун. Ежегодно ранним утром 28 сентября в храме Конфуция проводится традиционная церемония в честь дня рождения совершенно мудрого учителя. Наряду с памятниками старины, в рамках программы развития района был открыт первый на Тайване музей современного искусства. А теперь, после небольшого знакомства с Тайбэем, давайте перемещаться к югу Тайваня. Мы попадаем вначале в город Тайчжун, или специальный муниципалитет Тайчжун. Национальный тайваньский музей изящных искусств, музей естественных наук и бюро по делам культуры мэрии Тайчжуна, расположенный здесь, образует треугольник эстетики, науки и культуры. Местный храм Конфуция построен в архитектурном стиле династии Сун. Также достойное посещение грандиозный мемориал падших героев и музей саксофонов имени Джан Лейчана, расположенный в районе Хоу-Ли. Джан Хуа. Здесь находятся храмы Хэньхоу-Бун и Луншаньсы. На старинных улицах и в переулках города Луган в уезде Джан Хуа сохранились узкие и высокие дома-колодцы. Создатели храмового зодчества, живущие здесь, достигли высот мастерства. Храм Хэньхоу-Гун, идолом богини Манду, считается самым красивым творением их рук. Храм Драконьей горы Луншаньсы, наиболее завершенный образец религиозной архитектуры времен династии Цин, украшенный самым большим на Тайване кессоном 8-3 грамм, узорной росписью и резьбой. В старинном особняке семьи Гу, выстроенном в европейском колониальном стиле, ныне располагается музей народных ремесел. Остановка.